преддверии главного саммита по беженцам. Кнут и пряник для Турции и внутренние дрязги немецких политиков. Почему молодежь выбирает правых популистов? Неожиданные результаты социологических исследований. Сам себе режиссер. Немецким полицейским выдадут видеокамеры. Вы даже не догадываетесь, зачем. Кому в Германии жить хорошо? Неожиданная статистика. Кто болеет чаще остальных? Саммит ЕС «Турция. Первый реальный шанс решить проблему беженцев». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге накануне саммита. Завтра в Брюсселе страны Евросоюза попробуют договориться с Турцией о реадмиссии беженцев, прибывших в ЕС по Средиземному морю. ЕС уже закрыл балканский маршрут, по которому мигранты проезжали в Старую Европу. Но в Греции ситуация после этого значительно ухудшилась. Уменьшение наплыва беженцев в Германии и некоторых других стран в странах это позитив, но ситуация в Греции совсем другая. Мы все должны решить эту проблему, потому что ее последствия угрожают всей Европе. Лидеры ЕС уже встречались с правительством Турции, пытаясь договориться о реадмиссии беженцев из Европы. Турция потребовала финансовую помощь, безвизовый режим и четкие перспективы членства в ЕС. Однако канцлер сразу отрезала: о визах речи не идет. Я считаю, что Турция имеет право просить финансовую поддержку. Евросоюз готов помочь. Важно то, чтобы эти средства действительно использовались на нужные проекты. Проживание, обучение, медицинскую помощь для беженцев. Углубление сотрудничества ЕС и Турции – это вопрос взаимных уступок, компромисса и баланса интересов. Это касается двух сторон. Поэтому мы подчеркиваем важность свободы прессы и защиту прав курдов в Турции. Немецкий политик сравнил Меркель с пианистом на «Титанике». Он также играл до конца, потому что его рояль работал, но тем не менее утонул, заявил бывший министр транспорта, строительства и городского хозяйства Петер Рамзауэр. Такое сравнение он озвучил, отвечая на вопрос журналиста относительно заявления Меркель о том, что рост поддержки правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» не является проблемой для ее партии Христианско-демократического союза. По словам Рамзауэра, самым абсурдным заявлением в ХДС является то, что те, кто не голосовал за АДГ, поддерживают канцлера Ангелу Меркель, но больше всего избирателей в пользу крайне правых потеряла социал-демократическая партия «Левого толка». Разочарованная немецкая молодежь переходит на сторону крайне правых сил. Как сообщает The Times, всплеску популярности новой популистской антимиграционной партии в Германии способствуют тысячи молодых избирателей, многие из которых ранее не принимали участие в выборах. К таким выводам пришли ученые исследовательского института в Берлине. Это тревожный тренд для авторитетных партий. Альтернативе для Германии чаще всего отдавали предпочтение избирателю в возрасте от 18 до 44 лет в восточной земле Саксония-Анхальт, где партия получила четверть голосов и изменила расстановку политических сил. Альтернатива для Германии успешно пользуется несогласием с политикой радушного приема беженцев, которую отстаивает канцлер Ангела Меркель. Но больше всего избирателей в пользу крайне правых потеряла социал-демократическая партия «Левого толка». Правительство Германии ужесточило закон о борьбе с изнасилованиями, и теперь жертвам не придется доказывать, что они физически сопротивлялись насильнику. Канцлер Германии Ангела Меркель подписала необходимые изменения. Теперь документ должен одобрить парламент. В настоящее время жертвы изнасилования в Германии должны доказать, что они не только устно отказались от секса, но и сопротивлялись физически. Это важный шаг на пути защиты людей от сексуальных нападений. К сожалению, в нашем законодательстве существуют неприемлемые пробелы в защите от сексуального принуждения и посягательств. Настало время изменений. Это наш долг. Изменения в закон стали разрабатывать после массовых нападений на женщин в Кёльне в начале года. Уже тогда начальник полиции города признал, что большинству преступников удастся избежать наказания. Германия стала самым привлекательным рынком недвижимости для инвесторов. Опрос почти полутысячи инвесторов со всего мира провела консалтинговая компания CBRE. В новом рейтинге Германия отобрала у Великобритании звание самого привлекательного рынка для инвестиций в коммерческую недвижимость в Европе. Около 17% опрошенных инвесторов назвали Германию самой лучшей страной для инвестиций в недвижимость. Все больше людей изучают возможности вкладывать деньги в недвижимость в Германии и верят в рост экономики. Цена недвижимости
смертности в стране стабильно растет уже несколько лет. При этом нет оснований ожидать резкого снижения ее стоимости. 2 года лидерство в ежегодном опросе инвесторов держала Великобритания. Но сегодня она теряет свою привлекательность. Замедление роста экономики и обеспокоенность по поводу будущего референдума в стране заставляет инвесторов быть осторожными. Великобритания, особенно Лондон, стала основным направлением для инвестиций в недвижимость во время бума на рынке. Для инвесторов из Азии и Ближнего Востока, которые хотели начать бизнес за пределами своих регионов, Лондон часто становился первым пунктом назначения. Однако иностранные инвесторы начали уходить с британского рынка на фоне падения цен на нефть и растущей неопределенности в мировой экономике. Федеральный министр экономики Зигмар Габриэль представит на открытии компьютерной выставки CeBIT в Ганновере генеральный план, который должен превратить Федеративную Республику Германия в цифровую страну. Цифровая инфраструктура, будущее труда, безопасность данных, ориентированная на будущие потребности образования, функционирующая правовая база. Все эти темы Габриэль хочет тесно связать и реализовать проект с помощью межправительственного и координирующего цифрового агентства. Проект будет называться «Цифровая стратегия 2025». В прошлом году к сети интернет были подключены около 20 миллиардов устройств и машин. По имеющимся оценкам, к 2030 году их число возрастет до 500 000 000 000. Связанные с этим возможности и намеревается использовать министр экономики. Немецкие полицейские в скором будущем начнут носить на себе компактные видеокамеры. Применение этой меры было согласовано ведущими политическими фракциями в Бундестаге. Одной из целей назвали охрану самих полицейских при несении службы, пишет газета «Райнише пост». Этому решению должны следовать все федеральные земли Германии. Применение таких устройств на земельном уровне уже дало хорошие результаты. В частности, число нападений на сотрудников правопорядка существенно снизилось, если они носили прикрепленные к униформе небольшие видеокамеры. Как считает представитель Христианского социального союза Штефан Майер, производящаяся видеозапись отпугнет потенциальных преступников от атак на полицейских. Майер также затребовал дальнейших шагов для защиты сотрудников полиции. По мнению политика, неприемлемо, что все больше возрастает неуважение и насилие в отношении полицейских. Он также выступил за увеличение штрафов за такие нарушения. В Германии женщины болеют чаще, чем мужчины. По данным одной из страховых компаний, из-за заболеваний ежедневно на работе отсутствовали 44 из 1000 женщин. Среди мужчин такой показатель составил 39 человек. Общая заболеваемость в стране в прошлом году выросла на 14%. Это самый высокий уровень за последние 16 лет, говорят социологи. Вместе с тем, разница в уровне заболеваемости между мужчинами и женщинами больше, чем ожидалось. Кроме того, исследование показало, что мужчины во всех возрастных группах гораздо чаще, чем женщины, отсутствовали на работе из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины же значительно чаще пропускали работу из-за психических расстройств. Они гораздо чаще страдают от депрессии. Медики считают, что немцы чаще стали болеть из-за сидячего образа жизни. После сидячей работы в офисе немцы даже покупки делают, сидя за компьютером. В среднем они находятся в сидячем положении более 7 часов в день. Только половина людей в Германии двигается в достаточно мере. В берлинских музеях будут проходить бесплатные экскурсии для беженцев. Экскурсии будут проводить исключительно на арабском языке. Германия не только принимает беженцев, но также пытается сделать их частью немецкого общества. Деятели искусства и культуры также помогают мигрантам интегрироваться. В берлинских государственных музеях теперь появилась программа бесплатных экскурсий для мигрантов, которые недавно прибыли в страну. В 4 берлинских музеях еженедельно будут проводиться по 2 экскурсии для беженцев на арабском языке. В список музеев попали Музей Азии, который входит в состав музея Пергамон, Музей Боде, Музей исламского искусства и немецкий исторический музей. Новый проект является частью большого государственного проекта «Мультака», с арабского переводится как «место встречи», которое финансируется правительством Германии. В финансировании проекта принимают участие и частные спонсоры, которые желают познакомить беженцев с культурным наследием Германии. А экскурсоводами в этих музеях могут быть лишь специалисты иракского или же сирийского происхождения и, конечно же, выходцы из стран Ближнего Востока, которые ранее прошли специальный курс подготовки. Напомним, недавно в Берлинской филармонии самые именитые оркестры Германии сыграли бесплатный концерт исключительно для беженцев. Дания возглавила список самых счастливых стран мира в рейтинге из 157 стран, составленном международными исследовательскими институтами по заказу ООН. На последнем месте в списке – Бурунди. Германия лишь в третьем десятке.
первую десятку самых счастливых стран вошли Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. В прошлом году состав десятки лидеров был такой же, просто страны поменялись местами. В этом году Дания обогнала Швейцарию и Исландию и вышла на первое место. Соединенные Штаты в этом списке на 13-м месте, Великобритания на 23-м, Германия на 26-м, Франция на 32-м, а Италия на 50-м месте. В конце списка Мадагаскар, Танзания, Либерия, Гвинея, Руанда, Бенин, Афганистан, Сирия и Бурунди. Это самые несчастливые страны в мире. Уровень счастья в странах ученые определяли по 6 критериям. Уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, доверие к государству, свобода выбора и щедрость. Заботиться о здоровье людей, сосредоточиться на борьбе с коррупцией в правительстве – это недорого и не требует больших усилий. Но это сигнал и для богатых стран, таких как Соединенные Штаты. Эта страна стала богаче, но не стала счастливее. Это важная информация для моей страны США. Наше общество интересует только деньги. За последние 50 лет мы стали намного богаче, но ухудшается наше социальное положение, социальное доверие, вера в правительство. Германия тоже уже несколько лет остается на 26-м месте в рейтинге самых счастливых стран, не улучшая свои позиции. А последние места в рейтинге занимают бедные африканские страны к югу от Сахары и страны в состоянии войны. Вы знаете, когда дело доходит до Ближнего Востока, то все воюющие страны оказываются на последних позициях в рейтинге. Эти страны нельзя назвать счастливыми. Не нужно быть доктором наук, чтобы понять это. Собака – друг и помощник егеря. В национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго создано специальное подразделение служебных собак, которые помогают защищать диких животных от браконьеров. Проект назвали «Конго Хаунд» от породы «Бладхаунд». Кроме них, в собачьем отряде служат спаниели. Их задача – выслеживать браконьеров, находить гильзы от патронов и слоновую кость – главный трофей преступников. Площадь национального парка – почти 8 тысяч квадратных километров, а егерей – всего 250 человек. Собаки дают им преимущество перед охотниками за слонами, которые выработали различные хитроумные приемы, помогающие им заметать следы. Командир подразделения Давид Тверингири Незехосе очень привязан к своим четвероногим подчиненным, хотя раньше не любил собак. Люди и животные, говорит он, делают общее дело. Природа должна служить всем. Если вырубить все деревья, не останется жизни. Когда мы готовы умереть ради природы, это не конец света. Мы приносим себя в жертву ради других. Это прекрасно, умереть за кого-то, а не просто так. Животный мир Вирунги, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, необычайно богат. Здесь обитает четверть всей популяции редких горных горилл. Недавно ученые открыли в этих краях карликовых шимпанзе. Бонобо. Только тут встречаются акапи, травоядные животные, похожие на зебру. Усилия по охране горных горилл приносят плоды, но с защитой слонов дело обстоит хуже, говорит директор парка Эммануэль Демерот. Популяция слонов продолжает сокращаться. Мы делаем все, что в наших силах, но цена слоновой кости – это непреодолимый соблазн. Слишком много вооруженных людей рыщет в парке. Главный рынок для слоновой кости – Китай. А Вирунга – поле боя, где, несмотря на официальное прекращение гражданской войны, воюют друг с другом многочисленные повстанческие группировки. Незаконную охоту ведут и боевики, и профессиональные браконьеры. От рук тех и других за 20 лет погибло 130 егерей. Поэтому охрана парка день и ночь не расстается с оружием. Это самый крупный овальный бриллиант, который когда-либо выставлялся на торги. Голубой камень весом более 10 карат оценивают в 30-35 миллионов долларов. Голубые бриллианты встречаются крайне редко, рассказывает заместитель председателя отделения Сотбис в Азии. Особенно безупречные и крупные. Алмаз, из которого сделан этот бриллиант, был добыт в Южной Африке и в 2000 году пополнил коллекцию камней лондонского ювелирного дома. Теперь же драгоценный камень отправится в турне. Его выставят на обозрение в Женеве, Нью-Йорке, Сингапуре и Тайбэе. После чего камень доставят в Гонконг. Там он уйдет с молотка на аукционе в начале апреля. We'll be right back.